Привет! Вы на канале Ника Шоу, с вами снова я, Вероника Мазур. Ну а прежде чем мы начнем это видео потратить, одну секундочку, не забудь нажать на красную кнопочку подписаться, чтобы не пропускать новые актуальные промокодики и бесплатные робоксы. Ну что, ребятки, раздача робоксов будет при достижении каналом 45 тысяч подписчиков. Так что скидывай это видео другу, делись им в соцсетях, чтобы раздача робоксов настала быстрее. Ну и, конечно же, не забывай вступить в мою группу NSC, чтобы в дальнейшем, если ты выиграешь робоксы, не ждать 16 дней. И в этом видео комментарий дня от Ваня Про, который вы видите сейчас на экране. Ну что, ребяточки, сегодня я для вас подготовила открытие новогодних яиц, но плюс я в этом видео куплю удачу, которая стоит 1700 с лишним робоксов, и мы посмотрим, стоит ли ее вообще покупать и работает ли она. И где-то в этом видео запрятан код на 30 робоксов, который разделен на 4 части. Будь первым, кто соберет его целым, и напишет его в комментариях, и получит от меня 30 робоксов. Ну что, погнали заходить в наш любименький Pet Simulator X. Ну что, ребяточки, мы зашли в наш Pet Simulator X. Я тут накопила 689 миллиардов этих пряничков. Этого нам хватит примерно на открыть, на то, чтобы открыть 500 яиц. И также вот я вот собираюсь купить вот эту удачу, Mythical Hunter. Вот она стоит 1799 робоксов, ну, можно так сказать, 1800 робоксов. И, наверное, я в придачу куплю вот этот Triple Egg. Давайте же купим эту удачу, я волнуюсь. Посмотрите, их вот такая вот они. Анимация, мы покупаем эту удачу. Отлично, юпрочкенечка и михи. Ну, в общем, да, я не умею произносить. Так, получаем всем, thank you so much, отлично. И теперь покупаем Triple X. Да, Triple X, кстати, достаточно помогает нам, поэтому мы его покупаем. Донатик, к сожалению, тут не дешевенький, но, в принципе, мы купили, давайте же проверять. Прошлую статистику без этой удачи вы можете посмотреть в этом видео. Надеюсь, ребятки, нам этот котик выпадет, надеюсь, очень сильно. И вот, посмотрите, вот обычная удача и вот эта удача у нас теперь есть. То есть все начислилось, никто никого не обманывает. Ну что, мы погнали, там кто-то челик просит затрейдиться. Но, к сожалению, я не трейдюсь просто так, но иногда только изредка. Ну что, вот такой вот у нас здесь есть. Ребятки, я хочу сказать, что я автоматически поставлю эльфов на автоудаление, чтобы они нам не забивали просто так инвентарь. Ну, я в конце, ребятки, ну, точнее, я буду открывать, и вы будете видеть статистику. И, кстати, дополнительно я хочу выпить еще две удачи. Так, я не туда что-то листнула. Вот, еще дополнительно две удачи. Вот, выпиваем супер лаки и ультра лаки. Посмотрите, сколько тут удач. Кстати, ультра лаки выглядит как вот эта вот удачечка такая. Ну что, мы ее купили, отлично. И теперь давайте открывать. Thank you.
это внезапный привет, в котором я передаю привет моим подписчикам. И в этом видео я хочу передать привет таким подписчикам, как Норпешник, Егор Андреев, Наталья Семенова, Гузель Закирова, Свят и Танечка Папина. Ловите привет! Ну что, ребяточки, возвращаемся в нашу игру Pet Simulator X. Я потратила все деньги и пришло время подводить итоги. Ну что, подходим сюда и смотрим. Эльф нам выпал, тут написано 80, но он нам выпадает с шансом 55 и 57%. Вот этот вот прекрасный олень выпадает с шансом 21 и 75%. Волк выпадает с шансом 17. Стаг вот этот вот выпадает с шансом 5 и 48. А вот этот дракоша, они очень похожи со стагом, выпадает с шансом 1,27%. И Санта выпал, не поверите, с 1,64%. Он, мне их достаточно много выпало, 9 Сант. Но, к сожалению, этот котеночек не выпал. Надеюсь, он когда-то в дальнейшем хотя бы выпадет на каком-то ивенте. Вот этот большой котик, но он такой хорошенький, его надо выбить. Ну, он прям крутой, ну согласитесь. К сожалению, выбили, но я рада, что эта удача реально работает. И мне выпадали стаги, эльфы, ну вот этот второй ряд с большей, так сказать, частостью. Потому что в прошлое открытие, когда я делала, мне ни одного Санта не выпало. Это что говорить об вот этом большом коте. А так, мне кажется, что удача работает и она достаточно крутая. Единственное, конечно, что она стоит недешево, и я бы ей сумму дала примерно, ну, 800 робоксов, а открытие вот это по Triple X 400, ну, где-то так. Ну что, ребяточки, на этом видео, к сожалению, подошло к концу. Я надеюсь, вам оно понравилось. Ну, а вы не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, нажать на колокольчик. С вами была Вероника Мазур, и это Ника Шоу. Пока-пока!